Общественная организация с богатым прошлым начала обсуждение совместно с представителями самоуправления. На кону классические темы «Кто виноват, а главное, что делать?». В ходе презентации, проведенной сотрудниками Думы, статистика настоящего положения в регионе едва ли вселяет оптимизм. Из общих евровливаний в латвийскую экономику доля латгальского пирога не превышает 9%. Прямой упрек правительству в неравномерном распределении средств. Кроме того, отвратительная демография и массовый отъезд населения за рубеж существенно сократили человеческие ресурсы. В отдельных районах региона количество проживающих уже сократилось на 30%. Завершает черный прогноз еще одна цифра. Свыше половины официально зарегистрированных безработных не могут трудоустроиться год и более. Рассуждая на тему, что делать, председатель Совета Петр Савастьянов полагает, надо перейти от разговоров к конкретным действиям. Сегодня создана рабочая группа, очень серьезная, в которую входит 8 министров, и которые готовы по всем своим направлениям выработать меры, которые оживят Латгалию. И для этого, конечно, главное средство, которое нужно, это нужны инвестиции государственные в первую очередь. Мы там ищем, ждем со стороны каких-то государств, предпринимателей, но первое, что надо сделать, это отдать Латгалии то, что не додали 20 лет по линии государственных инвестиций. Это инфраструктура, это дороги. Муниципальные власти в силу статуса не теряют оптимизма, поясняя, привлечение крупных инвестиций сможет обеспечить завтрашний день. Скептики, в свою очередь, исходят из реальности. Так, на заявление в ближайшей перспективе из Даугавпилского аэропорта обязательно полетит самолет, один из участников встречи мрачно пошутил. Да, в одну сторону. Вице-мэр Ливия Янковска, тем не менее, озвучила достигнутые договоренности с Министерством экономики. В апреле Даугавпилс ждет представителей для предметного разговора по 11 проектам, поданным городскими предпринимателями. В первую очередь, конечно, это те направления, которые связаны с высокой прибавочной стоимостью. И Министерство экономики готово поддержать только те проекты, которые дадут быстрый результат, которые помогут увеличить рабочие места и которые могут вот решить вопросы высокой добавочной стоимости в более короткие сроки. Одной из ключевых проблем в достижении результатов участники встречи назвали разобщенность усилий многочисленных организаций, финансируемых из разных источников.